Друзья, всем привет, у меня на канале Александр Маляр. Пришла у нас зима на Урал. Не путайте с Сибирью. Сибирь — это туда, дальше к Тюменю. Урал — это Екатеринбург, Свердловская область. Снегу выпало довольно-таки прилично. Даже вот глядя по МТЗ, это вот за вчера и сегодняшний день. Много. Я трактор так и не помыл. Смотрите, какой он от соли. Потому что вот даже чистишь снег, земля еще теплая. Вон я лопатой даже землю, ну, сошкрябывает. Сейчас тут, вон, видите? Это, ну, грязь, короче, не застыла еще. То есть снег у нас упал на теплую землю. И на следующий год будет урожай, скорее всего. Я уже вот так замечаю, когда теплый накрывает землю, снег, тогда получается урожай. Ладно. Что новенького? Наконец-то я убрался в гараже. От редукторов здесь у меня эти лежали, подвеска. Здесь лежали редуктора. Вот. Я их отправил. Так, отправляете. Первый поддон вышел 489 килограмм. Так, второй поддон. Второй поддон. 466 килограмм. Все. Сергею с Питера, но отправил в Череповец. Серега, там тебе огромный привет, кстати. Это, ну, я выставил на Авито, и он позвонил, вроде как все целое нужно. Обговорили, ну, много звонили, но мне понравилось то, что он их там звонили. Мне надо две штуки, два редуктора. Мне надо еще что-то там, два передних, два задних. Там один на что-то одно, другой на третье. А тут он позвонил, и мне понравилось, что они хотят что-то из него сделать. То есть не просто в металлолом сдать там, или что-то перед самое, изломать или еще что-то сделать. А вот именно, что они пригодятся в дело. Вот. Показал образцы, показал чертежи. Короче, ну, я думаю, что мы с ним еще, может быть, когда-нибудь свидимся, когда он начнет это все делать. И продолжим сотрудничество. Может быть, что-то я ему помогу. Может быть, он мне что-то поможет. В общем, я прибрался. Самое главное, не знал, куда велосипеды деть. Пришлось вот закинуть туда опять наверх. Больше некуда у меня тут. Все занято. Все как этот, Плюшкин. В общем, прибрался. Сейчас погрузчик ставлю здесь, в гараже. Так, тут у нас что с погодой? Сегодня минус где-то 5. Да? Не вижу, без очков. Минус 5, по-моему. Так. Ну, завтра-послезавтра обещают минус 21. Короче, два дня вперед было у нас плюс 16. И все это снег растаял, когда выпал. А сейчас уже, я думаю, что навряд ли уже растает. Зацепил телегу. Поедем туда. Я вам обещал показать горку, которую сделали в предыдущем видео. Кому интересно, ну, переходите на мой канал. Вот. Предыдущее видео, там горка для детей. И вот сейчас что осталось там, пилят на дровишки. И попросил меня дядя Саня, всем помочь же надо, на этот телегу поставить под дрова, они там пилят. В общем, поехали туда, на горку. Телега вон идет за погрузчиком, нормально. Тянет в
кабине вебаста работает. Тоже жарко. Открываю дверь. Это вот вебаста от 0,5 до 2 киловатт. Работает она сейчас вот у меня на троечке. Ну, жарко. Надо периодически открываю дверь, потому что нету. Видите, дверь открыта. Потому что нету форточек вот на окна. Печка включена, она дует таким, ну, чуть-чуть тепленьким, еле-еле. Сейчас я вот попробую переключиться. Нет, не переключает у меня камера. Ну, вот так вот будет интересно. Все у нас в снегу, все красиво. Вечером уже фонари горят. И светло ехать. Темнеет рано. Стараются снег убирать. Ну, у нас, так сказать, край такой не сильно ветреный. Поэтому на деревьях, на ветках он, видите, вот так вот изогнутый. То есть снег падает и гнет ветку. И потом она остается, ну, как в тайге, короче. Красиво идет телега, мне нравится. Так, сейчас нам шлагбаум откроют. Дверь, видите, открыта. Я вот ее вот так раз. Так, раз закрыл. Раз открыл. Ну, жарко. Вот от 0,5 до 2 киловатт. И стоит чуть подешевле. Даже вот можно на единичку сейчас поставить. И то жарко. Ну, сами видели, минус. Сколько там? 5. Че это меня не открывает сегодня? Камера-то что, не видит, что ли, меня? Обедают, наверное. Сейчас меня счетчик увидит, может быть. Пойду договариваться. Так, пока дядя Саня, он учится вождению. Вот она, горочка. Сейчас я вот сюда поставлю им. Я никогда не вылазил. Удобно, видно. Не нужно фиксировать прицеп. Пойдет, не пойдет, что там? Ой, старички у меня, старички, да. Вот такая горка. Все, все нормально? Все, нормально, сейчас отцепим. Ну все, прицеп отцепил. Чуть не забыл и не уехал. Горку же хотел вам показать. Вон она какая. Здоровенная получилась. Это все гнилушки на дрова. А там, которое нужное, вон сложили вон там за горкой. Горка красивая вышла. Блин, сейчас будет туда аж далеко. То она была вот, вот где П-образная, ну, ленточка вот натянута, она была там. И там мало было разворота. Сейчас будет вон. Видите, какая офигенно здоровая горка получилась. Ну, по сравнению с машиной, да? Смотрите, как. То есть, я не знаю, третий этаж, наверное, получился. Красиво.
здоровенная. Тут ширина 2,5, наверное, метра. Если так, метр. Да, где-то 2,5 метра шириной. Вот такая горка. Красиво сделали, красиво. Вот та горка простояла лет 10-12. А та горка лет сколько? Лет 12, наверное, брат, простояла. Лет 15 даже. Вот, ребят. Заходить нельзя. Заходить нельзя. Ленточка висит. Но мне же хочется. Я думаю, ругаться не будут. Сейчас я под ленточкой пролезу. О, такие эти для детей удобненькие, маленькие шажочки. Хоп-хоп-хоп. Сделали. Ух ты, тут страшно так. Высоко. Вот. Ух, мой маленький трактор какой. Вот. И тут, ух, ехать. Еще разгон такой. И туда. Ну, Настя, еще не скользко тут. Сырой снег на это. Ну, вон. Высоко как. Высоко. Ладно, я уж съеду, что я. Я думаю, ругать меня не будут сильно. Я-то так. Проверка. Ну, но она еще не скользкая же. Они туда набьют сейчас пластмассовых этих. Пластиковая будет? Да, да, да. Ну да, Игорь мне говорил. С Алексеем они решили. Здесь пластиковый этот сделают. Он раньше был кусочками, и ну, со временем гвоздики вылазили. А сейчас будут цельные, прям ее сварят, чтобы ее раскатать потом. И будет классно. Красиво. Природа. Птички поют. Классно. Кто? А, дровишки? Так давай сейчас, наверное, руками толканем ее втроем-то. А, ты же отцепил. Но! Втроем сейчас толканем ее. Или что, вы здесь, может, грузить будете? Ай? Да я думаю, ну, должны толкануть-то. Давай попробуем. Втроем-то. В три мужские силы. И раз. Тяжеловато, да, по снегу идет. Короче, не стоит. Так если что, там оставь, я под ручком заеду, там возьму. Основное близкое здесь носите, да и все. А где далеко, погрузчик будем кидать потом. Я сейчас поеду на работу. Цепи точи. Ну все, потом мне тогда что, заедешь? Я тебе что-то набираю, у тебя телефон мне это недоступен. Не знаю, у меня вот сейчас я тебе набирал, ворота открыть хотел, шлагбаум. Ну, у тебя уже номер, может, старый? Ну, честно. Одна порнушка у тебя тут. Шучу, ребят. Шучу. 89. У меня 85 сейчас. Ладно, в общем, ребят, я вам показал горку. Горка вообще здоровая. Офигенная. Получилось. Красиво. Снег у нас начался, зима. Поехали. Последний 02-02. Нет, не мой. В общем, поехал я работать. С ними долго можно разговаривать. Мой последний, 02-02. Ну, вот так я отцепляю ковшик, потому что расстояния не хватает до ворот. Там, чтобы ворота внутренние закрылись. Видите, какой трактор от соли белый. На трактор смотрю, а ворота не это. Чтобы не задеть. Кстати, заезжаю второй раз за год. Так что уже отвык заезжать.
Ну не страшно, привычка уже есть у него. Главное, спортивный трактор не задеть. Сейчас мы его откроем вот так. Потом вот здесь смотреть, чтобы не задеть. Потом опять сюда. Потом смотреть вот сюда, короче. Потом посмотреть надо вот сюда ворота. Потом вот сюда спереди, здесь, потом назад. Бывает, что спереди у нас тут ничего не задеть еще. Вот, уперлись в стеночку. Выравниваем. Опускаем. Все, и у нас там хватает вот эти ворота в гараже закрыть. И все. Глушим технику. Тишина у нас тут. Так, эту закроем. Этой, надо сказать, печки, что все уже, хватит здесь работать. Но что там, что-то она, давай отключайся. Все, оф, загорелся. Печка чуть-чуть тепленькая. Ну и все. Ключ. Оставляем здесь. Ждем, когда она становится. И все, выключаем мост. Вот такие, братцы, на сегодня дела. Ну еще поеду работать, сейчас еще придет там газелька, надо у Димки, у соседа разгрузить. И вечером забрать дрова, деть сани увезти другу моему. Как-то так. Все, ворота вот так раз, выходим, закрываем. Подопрем железяка какой-нибудь. Металлом мало, блин. Вот. И тут у меня эти с проекта на тракторе по России. Вон, видите, девчонки симпатичные. Карта как на память осталась. А здесь вот такое место. Сантиметров 70 как раз хватает. Ходить. Все, удобно. Ну все, всем удачки, всем пока. Я сейчас массу выключу. У нас зима. Вот такие дела, братцы. Всем удачки.